Время вперед. Вот это выигрыш. Очень выигрышный продукт. Мы не можем забыть, напомнить. У нас есть несколько дизайнеров, которые запустили работу. Я хочу сказать, что конкурсная работа, не имея рядом с собой ничего подобного, она сразу раз и выйдет. Сказала, ребята, вы меня очень хорошо запомните. Хорошая грамма, хорошая тема, молодцы. Сработало, все сработало. Материал, учет. Честно говоря, я подумала, знаете, как она будет развиваться, что сначала Ленин, потом Сталин, потом еще, потом так далее, было бы еще. Но можно было и остаться тут, тогда было бы время вперед, согласно логике. Ну, мы оценим работу. Это ручная роспись была, да? Или принтовка? Нет ли создателя коллекции? Но мне показалось, что это ручной роспись. Мама. Это все еще пока не видела. Журналистам очень понравилось. Работы офигительно много. Кто делал мамку? Там туфельки вручную делаете. Туфельки? Да, вручную. Да, да, да. А? Ну, вручную как называется? Папье-маше. Папье-маше, да. То есть это, конечно, ужасно подкупает. Конечно, опять же, там вот были такие противные сзади линии, которые это просто... Резали глаз, хотя композиционная идея, да, очень прикольная, коллекция, трудолёгкая ужасная. Вот это вот, то, что мы сейчас смотрим, со спины, и там рок, называется «Олень». Вот, даже мужка. Она такая корявая, там ткань была пластичная, она вот создала ощущение, вот вся коллекция, если не спит, была лучше сделать, она все раз, и вообще так. Ну, так, красиво. Всем спасибо.
это что? Давайте сейчас посмотрим. Пока интересно. А ты с чего будешь?